будущее. В зомби не превратились только люди с первой группой крови и отрицательным резус-фактором. Кровь зараженных стали использовать как машинное топливо. Начались эксперименты над зомби. Ты поможешь мне вернуть кое-кого. Я знаю, где тело. Они не ученые, а убийцы. А ты не такой? Помоги мне. Ты в порядке? Вот это добыча. И ты знаешь дорогу? Чую. В общем, план такой. Найти их. Перебить всех живых и мертвых. Погнали. Это что еще за хрень? О, вот это образец. Не воин, а мечта. Гори в аду. Процесс самоуничтожения запущен. Ты не сможешь. Это что за звук? Что-то новенькое. Взрывная энергия. Убойный, безостановочный экшен. Высокооктановый визуальный фейерверк. На самых больших киноэкранах с 6 октября.